Ребятки, вот такая у меня история. Я вам сейчас ее и расскажу. Я ехала со своей командой на корабле за сокровищами. И мы на какой-то остров попали. И тут надо копать, чтобы мы, конечно же, сокровища находили. И давайте мы их будем находить. Ой, что тут за дырочки? Ой, я даже вижу. Смотрите, уже вижу. И всем привет! Сегодня с вами Даша, и вы на канале Family Play TV. Подпишись скорее на Family Play. Сегодня мы будем играть в карту Roblox «Поиск сокровищ». Надо откопать. Давайте. Раз, два, три, один. И... А где сокровища? Где мое сокровище? Мы уже нашли, а? А? Что такое? Что такое? Есть. О, мы уже на надо сокровище искать. Вот еще одно. Есть. А, только как отсюда выбраться? Непонятно. Угу. Сокровище! Еще одно! Сколько тут сокровищ? Это очень круто. О, видели, куда я упала? Вы видели? Меня закрыли! Меня закрыли. О, да. Вот есть сокровище. Нам дали целых 40 чего-то. Ребятки, смотрите, мы куда попали. Что это такое? Давайте нажмем сюда. Мы отдаем деньги. Мы вроде бы отдали денежки, да? Да, мы отдали. Теперь мы можем что-то купить. Дайте купить нам. Обалдеть! Сколько тут стоят пэцы? Давайте что-нибудь еще повыбираем. Лопату можно, но нам не хватает. Нам надо еще 100, чтобы суперски. Давайте мы возьмем какой-нибудь супер. О, нам это хватает. Это нет. Значит, мы покупаем это. Все, мы потратили. У нас осталось 126. Нам надо набрать 40, а потом... Один. И все. Видите? А теперь нам надо сокровища. Где мои сокровища? Да, мы куда-то попали в какое-то место. Я устала копать. И, кстати, ребятки, напишите в комментарии, какие вам игры нравятся. И напишите в комментарии, какие вам нравятся карты Roblox. И подписывайтесь на наш Инстаграм, там каждый день выходят новые фоточки. И... теперь мы едем. Все, мы получили 200. Но мы купить ничего не сможем. Да, проблемка. Давайте мы... я тут брала уже сокровища. Где мои сокровища? Давайте будем копать и искать сокровища. Вот сокровища. Есть. Мы нашли. Я буду тут, чтоб... Ну, нет, я лучше пойду. Сколько тут накопали? Вы что? Тут просто лабиринтичи. Нет! О! Я как раз искала сокровища. Кстати, мы уже получили 27 этих долларов. Фуф, я думала, сейчас спаду. Ой, вообще. О, смотрите, мы тут сделали уже дырку. Кстати, вот и...
я бы взяла. О, вот так можно. Все, мы взяли. Теперь можем дальше копать. Ого. Вау, давайте искать. Ребятки, а вам интересно искать сокровища? О, дырка. Прикиньте, куда мы потом попадем. Я даже боюсь туда идти. Поэтому я буду копать дальше. Чтобы не попасть в дыру. Ой. Все, это конец. Давай, копись. Нет. Что-то мы тут намудрили. Намудрили. О, а вот сокровище. Мы получили 24 долларса. Все. Теперь мы идем. А, я не поняла, сколько нам дали. Кстати, может быть, нам даже и хватит на что-нибудь. Давайте на лопатку посмотрим. Там надо 600. И у нас 611. Yes! Теперь у нас будет больше копать. Ну, 40 у нас так и осталось. А, имеется в виду, что надо накопить 40. Ой. А, где моя лопата? Где? Смотрите, она уже так... Она так быстро... Копать, смотрите, тут 5 написано. И смотрите, 5, 1. Ой, вот 1. Быстро. И мы получили 12 долларов. Мы уже, мне кажется... Знаете, мы сколько собрали сокровища? 19. Обалдеть. Как далеко. Я даже туда не пойду. Я боюсь. Ребятки, а вы боитесь туда падать? Скажите. Я очень боюсь. А, тут уже есть провал. Провал. Давайте сюда. Потому что в разных местах могут быть эти сокровища. Ну и в разных местах по-разному. Да. Поэтому тут надо нам искать очень внимательно. Нет! Я хочу сокровища найти, но я их не нахожу, поэтому я еще раз. Нет, я их не нашла, но мы получили плюс 200, но мы на это ничего не можем потратить. Стойте, ребятки, не уезжайте без меня! О, ой, ой-ой-ой, так бы я попала. Смотрите, давайте откопаем. Ага, ну шучу, это просто так. Просто так поставили. У-ху! Кто-то даже там упал. Я тут была, я точно помню. Я помню то, что я увидела. Ха-я-я. Сокровище? Нет. Как так? Вот сокровище. Нахожу. Есть. Но только оно недорого стоит. Давайте в самый низ. Ребятки, вы хотите? Я боюсь. Мы попали в огроменный, боже мой! Ребятки, это что такое? Ты что делаешь, а? Опа-па-па-па-па! Есть! Откопал ты? Там сокровища! Ты что не берешь, а? Вот еще. Тут сколько сокровищ, ребятки. Это просто обалдеть. Только мальчик все копает и копает. Надеюсь, нам не надо. Фуф, ребятки, я аж тут боюсь. Тут так темно. Я даже не успеваю ничего откопать. Реально, ребятки, я не успеваю ничего откопать. Ну и поэтому... О! Настолько много! И у нас плюс 200! Ну, то, что мы набрали 40. А как-то у нас 1541! Самое максимальное это 7500, чтобы одну уточку получить! Это вообще... Как это? Как? Вопрос задаем, как это может быть? Уточка маленькая, совсем.
Я бы, знаете, какую хотела? Я бы хотела вот такую, она очень дорого стоит. А бомбочку... Чем только тут не можно. Это просто обалдеть. Вообще. Но мы тут можем все купить. Ага, я лопатку куплю. Нет, я куплю. Что больше мне? Не хочу 140. Я хочу новую лопатку. Говорю же, мне надо лопатку. У меня лопатка-то сломалась. Ой, она за... Нет, нам это не хватит. Придется сломанной копать. Да что ты так... Все ходишь и ходишь. Но... Где корабль? Они уплывают без меня. А нам надо быстрее прощаться. Ребятки, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Вы были на канале Family Play TV. Подпишись скорее на Family Play. Всем пока-пока.